I think we were way better team. We had many chances to. We just didn't score in 60 minutes, and they didn't have pretty much anything, unless what we gave them. So I think we were better team today, and we deserve to win. Я думаю, мы играли лучше, и мы больше заслужили победы. Ну, к сожалению, ни одной из команд не удалось забить основное время голов. Но, тем не менее, мы выиграли по болитам. Я думаю, мы заслужили победу. Сложилось впечатление, что в финале третьего периода Акбарс выглядел несколько... имел несколько больше преимущества, видимо, за счет выигранных сбрасываний. Так ли это? It looked in the third period, especially in the end of the third period, that Akbars was a little bit better. Maybe because they won more face-offs. Yeah, maybe, but... I don't know. Maybe we lost concentration for a while, but as I said, we could score some goals and it would be a totally different game. But they were maybe better 5 minutes, but we were better 60 minutes with the regulation. Ну может быть, может быть, ну может чуть-чуть концентрацию где-то потеряли, но тем не менее еще раз хочу сказать, что мы вроде бы вернулись. Мне игра понравилась. В общем-то, она хорошая была, и быстрая, и содержательная игра. В общем-то, и команды играли с хорошей отдачей. Вот. Я очень рад за ребят. Они, в общем-то, играли, выполняли игровые задания. Вот. Ну, по близу мне повезло немножко, ничего страшного. Будем работать над этим. Я все. Да я, честно говоря, даже сейчас уже не знаю, что добавить. Уже все сказано там про обе команды. Лучше сыграл Вася на булитах. Ну и оба вратаря здорово. И действительно обе команды отпахали на славу. И очень высокий темп был игры. Очень хорошая игра. Вопрос за Антона Хайдаровича. В дедлайн вы заявляли Станислава Галимова. Довольны ли вы тем, как он сейчас вклинился в команду, как вратарь? Я доволен. Играет хорошо. Ровно. Илье Петровичу сегодня после болезни вышел Сергей Мазякин. Как довольны его игрой? Или может быть что-то сыровато было, не получалось? Евгений Бирюков сегодня вышел тоже после двухмесячной паузы. Как раз в Казани произошло. Поэтому очень сложно было и для Сереги тоже влиться в этот темп. Но для первой игры после болезни так молодец, он пахал на команду. И то же самое могу сказать про Женьку. Женьки, наверное, первый отрезок для него был самый сложный, потом катился и нормально. Вопрос к Илье Петровичу. Сегодня Металлург удалялся один раз всего лишь, а Акбарс дважды. Было ли это частью сыграть осторожно, дисциплинированно в таких матчах? Вы знаете, это всегда это часть. Пытаться сыграть осторожно, но не всегда это получается.